что мы тут сидим. Всем да, салютики, друзья. Смотрите, после вчерашнего вопроса от Кристины Тимур все-таки подошел сегодня к папе и говорит: дай мне, пожалуйста, я буду читать Гарри Поттера на русском. Это, кстати, нам тоже кто-то из зрителей прислал. Да, это спасибо все. Большое. Я уже писал спасибо, да. Это у нас все части Гарри Поттера есть в формате книги. И Тимур один раз уже пробовал читать, но у него не зашло. Да, до третьей почитал. Ну, я две страницы, получается, прочитал. Но потом что-то я понял, что не как-то скучно. Но если я почитал бы дальше, мне потом стало бы интересней с этими людьми в мантиях про то, как он там булочку купил, там как бы там услышал про Гарри. У этих людей, короче, все это интересное. Вот. Ну, читай. Я вот сейчас там, где он, испугавшись, поднялся в офис и думал, типа, почему они разговаривали. Мистер Дурсел, да? Дурсель. Не знаю, я его все время как Дурсель читал. Вот видишь, как подробно описывается его работа, как он живет, всякие нюансы, да, которых нету в фильме. На самом деле очень интересно. Его голова была снова забита трелями. Да. Читай. Это звучит очень. Я Тимуру сказал, что ну очень важно читать книжку в комфортных условиях, где тебе никто не мешает, где ты можешь сконцентрироваться и визуализировать, представлять себе все, что ты читаешь. Вот Тимур, да? Тимур нашел такой угол у меня. Я себе здание представил, ну, где работает мистер Брюс. И офис его представил, как он мог бы выглядеть. Ну, типа, стол, который напротив окна, то есть, но в другую сторону. Да. Здорово. Да, это прикольно. Да? Миссис Дурсли? Да. Дуринда, да? Миссис Дуринда. Хорошая девка, хорошая. Ходила в Спаркассу, иду в город сейчас. Саша меня заберет, отвез Милану в театр. У нас есть в планах смотаться в экшен. Саше что-то нужно, я не знаю, что именно. Ну, я заодно прогуляюсь. Погода просто шикарная. Вот я говорила, что все у нас, погода портится, осень. А на самом деле дождей-то почти и не было. С утра вот сегодня был до обеда. А сейчас шикарная погода. Прям на улице, наверное, плюс 20. Завтра за грибами хочу еще попробовать. Ехали с Сашей мимо азиатской ванки. Магазин такой. А это что за фигня? Грибы какие-то? Почитай. Это каштаны какие-то. Это Аленка любит. Это окра. А у нас они и в турецких, и вот в азиатских продаются, вообще не проблема. Да вообще говняно, они вкусные. На любителя. Ну, для меня не вкусно. Смотри, какие баклажаны. Какие? Ну, вот такие. Пошли, Саш. Что, баклажан? Ну да. Я вообще не думаю обычно. Что мы здесь хотим? По сути, ничего не хотим. А это что? Мэй, Куэй. Что это, картошка? Редиска написано, редиска. Ничего себе редиска. Такая же, как и баклажан. Может, этих листьев нори купить? Какой-то день. Ой, суши сделать? Курс. Где? Нет. Ну, такие покупаем собакам. Ну, это не совсем то. А, это какие-то просто рулики. Там еще какого-то азиата домой еще приготовила что-нибудь вкусное. Вот они вкусно кушают там, я вижу. Да, вот я знаешь, что жалею? Я когда училась на языковых курсах, у меня же были в подружках с нашего района. И вьетнамка. Да. Как правильно? Вьетнамцы. Да. И китайка была, китаянка. Подружки у меня были. Я зря не пользовалась этим. Надо было звать в гости и просить научить что-нибудь приготовить. А я, знаете, как-то это тормозила. Это типа их пельмени? Ну, наверное, да. Димсу микс хочешь? Нет. Чего только нет. А так прикольные девчонки были. Да, Саш? Попробуем осьминогов сделать в этом. Нет, грибы будем есть. Мы в прошлом году хотели, помнишь? Какие-то брочины, смотри. Как хочется осьминогов.
Да, может, когда их купили, они испортились, потому что морозильник. Давай попробуем еще раз. Так. Еще раз испортить? Нет, сделать надо. Не, не будем сейчас брать. Короче, завтра поедем дальше, я буду. А как такие едят? Смотри, ну, Саша показывает креветки. Капец, как их едят. Зачем они нужны вообще? Вот, блин, реально, кто бы подсказал? Посмотри, а вот уже вареные, видишь? Такие креветки я когда в детстве купался. О, это угорь же, нет? Да, возможно. В Азовском море. Или? Что это? Это Asian Pearl. Фирма Asian Schwamp Эль Хунг. Короче, еще холодильничек со всякой травой и зеленью. Это огурец? Нет. Старый просто. Название, во всяком случае, какое-то мелона. Понюхай, чем пахнет. Каким-то горохом, что ли, не знаю. Попробуй. Обалдеть, насколько здесь выгоднее покупать эти листы нори. Смотрите, 125 грамм, 8 евро. Это ориентировочно. Знаете, сколько листов? Сейчас скажу. 23 грамма, вот. 26 грамм написано, что это 10 листов. Значит, здесь, наверное, штук 50, да? Или... Вот тоже 7,99, 135 грамм. Блин, я не знаю, какие взять. Хочу взять, может, суши какой-нибудь сделаем. Уксус для суши взяла. И риса пачечку, наверное, возьму. Мне кажется, пачка у меня еще есть, хотя я не уверена. Может, две взять. И вот какие-то листья. Наверное, вот такие возьму. Цена шикарная. Смотри, зашли посмотреть, называется. Сколько? 30 евро. Взяли, ну, показывала уксус. Саке. Рис для суши 2 килограмма я взяла, пускай лежит. Эти вот мочи, я не знаю, как их. Вообще ничего не было. Листы и алоэ напиток. Ну, а теперь мы уже в Нидерландах. Какие мы резвые, да? Как пуля резкий, да. Что у нас на этой неделе? Кухня детская. Леггинсы какие-то. Финиш. У них юбилей 14 лет. А уже был. Что-то да? У них долго висит уже эта бумажка. Весь год, наверное. А потом 15 будет. Нет, Саш, это можно работать с 14. А, что, голландский не знаешь? Можешь пробовать? А до скольки можно? Что, нету в экшене ничего такого, да? Спец. С другого конца города ехал. Офигеть. Сашка, ты переходник хотел. Но зато мы можем какого-нибудь другого брахла купить, если хочешь. Например, мыльницу. Очень хочу. Спасибо. Ой, смотри, как красиво. Черно. Что красиво? Ну, нам не надо, нет. Черно некрасиво. Ну, кстати, шторки для ванны. О, для этот леопард, как ты любишь. Ты же любишь, да? Крышка для унитаза. Вот я купила, сейчас они мне везде видятся. Смотри, тут 10 евро стоит. Но тут, наверное, не такая классная. Хотя такая ничего выйдет. И мы сейчас в Бакверк. Представляете? Короче, поверьте мне на слово, как удобно на скутере. Туда-сюда. Это все пока у Миланы театр. И у нас еще время почти час. Но. Потому что мы не тратим время на парковке, ни на что. Мы поставили и зашли, куда хотим. Раз, доехали. Пробки все объехали. Печальная новость. В Баквар больше нету моего любимого чая. Пришлось взять ромашку. Кстати, ромашку я давно не пила. Ну, я здесь говорю, брала... Я воды больше. Я здесь брала раньше ройбуш с карамелью, по-моему. Или с апельсином, не помню. И доливала молоко или сливки сверху. И все, и нету. Я расстроилась, честно сказать. Ну ладно, ромашка тоже неплохой вариант. Зашла за чаем в магазин. Блин, не знаю, как он называется. Вот так вот, наверное. Сестры Грены. Мне кажется, у них тут новые сорта есть какие-то. И теперь вот так вот они представлены. Можно здесь понюхать, а не пихать свой нос прям туда. Сейчас что-нибудь выберу.
Ну, кстати, кружек таких, как у меня, нету. Я не вижу, во всяком случае, пока. Может, где-то в другом месте стоят. Ну, какой чай интересный. Звонил только что Тимур, он пришел домой. С английского приехал. Наша дурында опять была на столе. Перевернула мою кружку с чаем. Она была на полу, говорит, весь чай рассыпан. Ну, заварка, в смысле. Я забыла убрать, когда уходила. И стуль я забыла задвинуть. Не могу привыкнуть, что она такая у нас ягоза. Свечу, говорит, уронила на пол. Но, слава богу, не разбилась. Та новая, что я покупала недавно. В общем, с ума сходит. Саша меня забрал на машине. Купила я 2 чая. Один зеленый, один черный. Но, честно сказать, не совсем то, что я хотела. Те, что я брала раньше, нету. Но, может быть, эти тоже будут вкусные. Пахнут обалденно. Я просто не люблю, когда чай очень сладкий. Ну, то есть я пью без сахара, и когда сам чай сладкий, мне тоже не нравится. Ну, этот пахнет немного корицей. Угу. Понюхай. Да. Вкусный, да, выглядит? Какой-то принтом с корицей. Да. Там всякие цветочки, черный чай, лимоновые Пишите. Шкурки. А это зеленый. Он пахнет. Понюхай. Тоже сладенько как-то. Да, какой-то конфеткой сладенькой. Как барбариской немножко. Барбариской? Да. Ну, такой вот, короче. Купила. А еще купила? Я показывала вроде. Я вроде показывала, я уже не помню. А вот главное. Ты поделишься? Вот я не знаю, делиться ли. Я тебя уже давно просила. 450 грамм. А сколько там штук? Это не такие мы на даче случайно ели? Нет, там были еще зеленые здесь. Нет. 15 штук тут. Ну ладно, на всех хватит, так и быть. Мне кажется, даже выгоднее было, чем в русском мы тогда брали. Сейчас у нас киновечер планируется. Да? И сегодня нужно рано лечь спать. Почему? Потому что у Миланы завтра школа, несмотря на то, что это суббота. У них день открытых дверей. Да. И да. Нужно с 8:30 до скольки? Ну, немножко позже. Пару часов всего поучиться надо будет, да. Водохлебка, ты моё. Не знаю, что на неё нашла вечером, но носится по квартире, как Делинда, да? Разыгралась с девчонок. Кекс, фу. Морских свинок всех облизала. Иди ко мне на ручки, Кейси, не надо тяпкать. Всех облизала и носится по квартире. Что, Саша, идёшь с нами фильм смотреть? Будет какой-то мультик про животных. Идёшь с нами смотреть? Супергероя животных? Да. Это я советовал. Да. Сейчас я приду. Хорошо. Что я хочу сказать? Что мы сейчас будем смотреть киновечер. А также всем спасибо, кто подключился и более-менее внес ясность в мою голову по поводу диагноза. Написали мне много и подробно. Но мне было интересно почитать, да, во всяком случае. Так далеко я точно не поняла. Хотя, если честно сказать, даже по-русски прочитаю, что вы написали, и то до конца не совсем укладывается в голове. Нужно вникнуть и понять, и погуглить. Что? Всем спокойной ночи пришла пожелать? Да. Давай. Всем спокойной ночи. Я больше мамы. Пока, друзья.